Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня мы с Димой будем заниматься вместе с вами. У нас наше занятие всегда начинается с повторения алфавита и, конечно же, цифр до 10. Да, Дима? Скажи привет. Привет. Вот, давай. Какая это буква? Б. Нет. А. А, молодец. Б. Б, молодец. Б. Нет, это вот какая? В. Ты на экран-то не смотри. Г. В. В. Дальше. Г. Дальше. П. Д. З. Какая буква? Какая буква? Е. 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 А это? Ё. Ё. Да, две точечки у нее, да? Ё. Дальше. Я имею две точечки. А здесь нету, это Е. А здесь есть Ё. Ё. Это? Е. Ж. Жук. Ж. Это? Дима. Бубу. Какая? Е. Буба. З. Зайка. Зайка. Да. Это? И. Молодец. И. 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 Дальше. И это. Я. К. К. Я. И говорите, я. И так вот. Ду. Л. Ду. М. Что, не будем заниматься? Не будем. Не будем? Ну все, иди тогда. Не будем. Давай. Не будем. М. Э. О. Молодец. Па. В. Р. Спея. С. Спея. Т. Спея. Дима. У. Спея. 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 К. Спея, молодец. Спея, пожалуйста. С. И. Ч. С. Потом. Ш. С. Ш. С. Потом. У. Молодец. Подозак. Молодец. Подозак. Молодец. Это так. Э. Ю. Дима. Па. Ю. Я. Да? Вот это были у нас с тобой буквы. Алфавит. Теперь циферки. Один. Молодец. Два. Три. Три. Молодец. Четыре. Восемь. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Молодец, плюс, дальше мы пока не идем. Дима не повторял плюс. У нас алфавит и цифры два дня, скажи, было выходных, сегодня понедельник у нас, понедельник 30 марта у нас сегодня, да. Так, их мы убираем пока, и будем с тобой сейчас играть вот в такую вот игру. Дима уже, подожди, сейчас я смотрю, она поместилась. Дима уже играл. У бабушки похожую игру, да? А в эту мы еще я один раз доставала, но мы не играли. Так, смотри, что же нам надо? Нам надо в какую-то. Вот, смотри, каких цветов они. Какой это цвет у нас? Цвет. Какой? Красный. Не красный. Какой цвет это? Желтый. Правильно, желтый. И хвостик у него желтый. Значит, сюда какую надо вставлять детальку? Детальку. Какую? Восемь. Детальку. А тут глазик, да. Глазик у А здесь какой цвет? Синий. Синий, голубой, да? Голубой. А это? Синий.
Какой? Желтый. Красный. Красный, да? А это? Да. Мозаику купил. Я тебе смотрю, вот тут вот цвета сейчас сложу, а ты будешь брать отсюда, хорошо? Бери, давай сюда. Какого цвета мы кладем? Зеленый. Ножку. Нет, не зеленый. Какого цвета ножка? Вот, желтая. Клади сюда. Желтую. Клади ее. Ну, оп. А здесь какой цвет? Молодец. Клади сюда. Вот. А зеленый мы куда кладем? Да. Сюда. Зеленый куда мы кладем? Что тут еще? Сюда, правильно. Давай тебе еще сейчас положу побольше. Мозаика вот такая, Дима. Мозаика, Дима. Тут тебе сбоку сложу. А ты клади. Клади. Нет, эти оставь, эти пускай. Ты уже положила. Вот отсюда бери. С края. Ну, красную куда мы кладем? Вот сюда. Ну, просто ее вот по... Все, встала. Саня. Ну, поворачивай ее просто, что ты ее давишь-то? Она же вставляется-то легко. И Кузя яйца. Кузька. Вот. Красный, да? Где еще красный? Нет. 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 Дима, смотри. На голове у него что? Вот, да, сюда. Голова. Костя. Что у него там? Гребешок на голове. Курочка. Ку-ку-ку. Или па-па-па. Как она там? Па-па-па-па-па-па. На. Ну, поверни ее просто. Вот, и все. Па-п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 а. Все, последнее. Вот какой у нас с тобой петушок получился. Дима собрал. Красиво, сейчас мы его сфоткаем. Фоткаем. Ой, что-то взеваю. Фоткаем. Мозаику купила, ну, мозаику. Мозаику купила, мозаику. Мозаику, да. Теперь давай все сложим. Все доскладывай. Да? Доскладывай. И будем с тобой играть в следующую игру. Где?
Диме у нас 2,8, да, 2 года и 8 месяцев. И Дима у нас уже учится читать, да? Вот тут у нас есть страница. Ой, страница. Вот, да. И мы сейчас будем с Димочкой учиться читать, а потом ты отдохнешь. Давай. Б-А. Повторяй за мной. Б-А. Б-А. Ба. Ба. Б-О. Б-О. Бо. Бо. Б-У. Бу. Бу. Б-Э. Б-Б-Бу. Б. Б. Б-И. Б-И. Б. Б. В-А. В-А. Ва. Ва. В-О. В-О. Во. В-У. В-У. В-Э. В. В-У. В. Г-А. Га. Га. Г-О. Г-У. О. Го. Го. Г-У. Г-У. Гу. Гу. Г-Э. Г-Э. Г. 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 Г-У. Г-У. Гы. 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 Б-А. Да. Б-О. До. Б-У. Ду. Ду. Б-Э. Б-Э. Б. Б-У. Б-У. Б. Смотрите, мы их напитали пузыриками. Теперь они будут лопаться. Очень интересно. Сейчас послушайте. Вот так вот они лопаются. Что-то плохо в этот раз. На, господи. А что, мне что ли? Пузырики там лопаются, да. Их так вот растягиваешь, ее растягиваешь. Потом оп! Там пузырики получаются. Оп! Там пузырики. Ай, дырка. Ай, дырка получилась. Дырка. Маленький, неудобно. Бери весь тогда. Дырка там. Да, дырка там. Все, все маленькие. Вот так вот, да? Вот так вот катается. Да, катаю вот так. Он такой вонючий. Вонючий такой. Полка, это полка, это. Да? Обожаю музыку там. Тася Бузик, видишь, Тася Бузик, да? Тася Бузик, пошли. Бузик, там Бузик, там. Бузик, Бузик, там. Бузик, о, Бузик, там. Бузик, там. Бузик, там. Да-да-да, Бузик, там. Бузик, там. Бузик, там. Бузик, о, Бузик, там. Молодец.
Дико, это дико. Клеить будем дико. Да. А сейчас будет ездить. Да. Дыни, писин. Писин, дыни. Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас Дима будет учиться считать. Да? Димочка уже вот тут раскладывает игрушки в ряд. Только давай их повыше немножко, вот так. Подальше вернее. Вот так их раскладывай. Да, вот такие у нас есть игрушки. Раскладывай, игрушки. Чтобы было всем видно. Белочку клади дальше. В ряд клади, Дима. Так, вот в ряд клади. Вот, белочку. Давай дальше. Кто это? Носорог. Носорог. Напомним, что Диме 2 года и 9 месяцев. Корова. Да, корова. Теперь давай заново. И там, и там. Это кто? Кто это? Енот. Енот, правильно. Енот. Это кто? Сонь. Правильно. А это? Медведь. Да, медведь. Это? Папа. Кто? Кто это? Полосатый у нас кто? И рычит. Кого? Нет. Тигр. Тигр. А это? Лев. Лев, правильно. Это? Жираф. Жираф, правильно. Это? Кошка. Какая кошка? Смотри, какой у нее хвост. Она прыгает, по веткам прыгает. Грибочек у нее, смотри, в лапках. Грибочка. Кто это? Белка. Белка. Это кто? Носорог. Носорог, правильно. А это? Мартышка. Правильно, мартышка. А это? Корова. Корова, правильно. Всех животных ты знаешь. Всех животных ты знаешь. Молодец. Кошек, это кошек. Там. А, писин, писин. Да, теперь смотри, мы с тобой сейчас будем играть. Попробуем с тобой такую игру. Не знаю, получится. У тебя, смотри, есть кубики. Вот такие вот. Здесь циферки есть, видишь? Здесь есть цифра. Здесь тоже есть цифры на кубике. И вот здесь есть цифры на кубике. Я тебе сейчас буду ставить животных. Ты их будешь считать. И здесь показывать мне циферку. Давай. Считай. Сколько? 1, 2. Молодец. Ищи здесь цифру 2. Уже нет, 2. Нет. Как 2 выглядит? 7. Здесь 2 животных, да? Значит, ты ищешь вот тут. Вот она, 2. Покажем. 2. Вот она. Да? Считай. 1, 2, 3. Ищи цифру 3. Уже нет. Нет. Ищи, где же она у нас? Вот она. Мы с тобой счет не повторили изначально? Одина. Вот она, молодец. Смотри. Еще представляю одно животное. Считай. Пальчиком. 1, 2. Считай всех животных. 1. Ну, считай пальчиком. 1, 2, 3, 4. Здесь у нас есть маленькие контейнеры. Много, да? Кишки, много кишки. Много кишки. А, цветочек маленький тут. Цветочек. Кишки, да, кишки. Кишки, да, кишки. Да, кишки. Такие у нас крышечки есть.
Эти кружки нужно по цветам разложить. Раскладываю по цветам. Нет, здесь у нас оранжевая, да? Желтенькую мы сюда кладем. Ищи, где еще желтая, Дима? Где еще желтая крышка? И вот тут ищи. Дима, слышишь меня? Желтая где? Желтая. Ну, вот это желтая? Сюда клади ее, значит. Желтую сюда клади. Вот. Нет, оранжевую там оставь. Оранжевую там оставь. Бери отсюда. Синюю сюда клади, да? Молодец. Не надо ее сюда. Синюю. Молодец. Тоже туда. Вот, молодец. Молодец, все синие сложил. Так, желтая. Сюда кладу. Молодец. Оставлю это. Еще желтая. Еще желтая. Так, ну красные оставь здесь просто. Их место будет вот здесь, вот красное. Да? Оранжевое положено место. Где оранжевое должно быть? Вот здесь. Правильно. А теперь мы с тобой должны их посчитать. Посчитать должны. Давай начнем с тобой синий. Считай синий пальчиком. Нет, тогда трагивайся. Один, два, три. 4, 5, 6, молодец. Значит, сколько крышечек у нас? 6, молодец. Давайте красные посчитаем. Красные, да? Два, да? Значит, сколько крышечек красных? Сколько? 2. А смотри, как с тобой получилось. Тут крышечек много, они не помещаются. А тут мало, они слишком много мест. Давай красные вынем отсюда. Вынем сюда, вот покажи. А желтые давай переложи сюда и посчитай. 1, 2. Желтых крышечек, значит. А? Сюда кладь красные. Сколько желтых крышечек? Ты посчитала, Дим? Желтые крышечки. Давай снова посчитаем. Ты забыл, да, уже? Давай. Пальчиком. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сколько? 2. 6. 6. Давай красные считать. Сколько их? 3. Сколько их? Считай пальчиком. 1. 2. Сколько их, значит? 2. 2. Ты устал немножко, да? Ну, поиграй с крышечками. Ну, аккуратней, стол не тряси. Посчитай все. Сколько? Давай вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Угу. 10. 10. Молодец, здесь у нас 10. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, у нас получается... Один, так. Сколько? Здесь сколько у нас было? 10, да? А здесь? В этой кучке сколько? В этой кучке у нас сколько? 6, да? А в этой кучке сколько? 10. Здесь 10, а здесь 6, да? 10. Да? Да. Да? Да. Дима, наигрался с крышечками? Да, еще. И он есть, и крышечки, и жопки. Угу, давай, брай. А какого цвета крышка? Синий. Очень. Какого? Здесь. Синий, а вот это? Розе. Желтая. А это? Дима, это какого цвета? Серый. Оранжевая. А это? Серый. Красная. Тут еще серая, ты не пойму. Давайте берем. Сюда. Давайте.
Угу. Потом я дам другой мешок. Так, ну давай вернемся сюда. Серединку поставь. Ты что такое, смотри? Сидя. Что это? Желудь. Желудь. Коричневый. Маленький, да? А это? Тоже желудь. Большой, да? Большой. Это маленький желудь, а это большой, да? Это какой желудь? Это маленький. И это маленький, правильно. А это? Большой желудь. Какой же он большой? Маленький, а это? Какой желудь это? Большой. Большой, правильно. А это? И это маленький. И это правильно, маленький. А это? И... Какой желудь там? Серый. Какой по форме? Коричневый. По цвету коричневый, а форма большая? Большая. Большая, да? Какой желудь? Большой, да? Много. Какой желудь? Смотри. Маленький, да? Какой цвет он? Какой цвет? Красный. Это какой желудь? Маленький, да? Маленький. И это маленький. Если тебе надо маленький желудь отложить отдельно. Вот сюда вот. Это маленький желудь. Только маленький. Поштучный. Это большой. Это большой. Ты его не туда кладешь, он здесь должен остаться. Это большой. Ты взял. Маленький, только маленький. Клади. Маленький это. Это большой, где ты взял, Дима. Смотри, он больше других же. Это большой. Еще маленький. Возьми. Возьми маленький. Вот, молодец. Я не знаю. Угу. Теперь их тут посчитать надо. Один, два, три. Давай ты их отсюда прикладывай сюда и считай. Один. Один, два, три, пять, шесть, восемь, да? Семь. После шести семь идет. Семь. У тебя вот тут еще лежит. Семь идет. Восемь, девять, да? И девять. Теперь это считай. Один. Один, два, три, четыре. Четыре, да? Четыре. А здесь сколько их? Семь. Нет, девять ты же насчитал. Девять. Два, три. Четыре. Сколько наших больших желудей? Десять. Четыре. А маленьких у тебя девять. Маленьких у тебя девять желудей, да? Много, да? Много, много. Подожди, подожди, подожди ты, господи. Тебе еще прибавились листочки? Листочки. Листочки прибавились, да? Считай, два. Три. Сколько у тебя получилось листочков? Десять. Шесть, да? Давай, теперь посчитаем, чтобы оставшиеся желуди у нас их вот столько. Нет, листочки здесь лежат. Они же отдельно, смотри, они совершенно другие по форме. Пускай они тут лежат. А сюда мы сейчас будем считать оставшиеся желуди. Я тебе буду давать, а ты будешь класть и считать. Давай, один. Один, два, три. Три было. Четыре. Пять. Шесть. Ах ты, блин, 10, ладно, упал, потом поднимем. Пускай лежит там, ладно. 10, вот, я как раз, смотри, получилось тут 10, да? 10 я должна получиться. Давай снова посчитаем, ладно, ничего страшного с ними будет. Давай снова. Мне кажется, тут совсем не 10, подожди. Давай снова посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот еще один коричневый, 7. Знаешь, сколько здесь получается в этом контейнере у нас? Желудей. 7, правильно, 7. Это цифра 7 у нас с тобой. Какая? 8. Так, надо мне карточки сделать срочно. Очень. Господи, 7 найти не можем. А вот, 7. Вот, да, цифра 7. 7. Да, цифра 7. Давай с тобой сделаем маленький перерыв. Я сейчас быстренько карточки сделаю. Да, давай это пока мы оставим. Сюда, вот. Так, смотрите, сделали мы самодельные вот такие вот циферки. Уже даже обклеили скотчем. Вот, единственное, я ошиблась, нужно было еще и с этой стороны. То есть тут тройка, и тут тройка. Если они перевернутся, то и тут она есть. И как тут, бы. И тут, вот, это ошибка. И маленькая ошибка, то, что когда скотч клеите сверху, не надо его натягивать, иначе будут вот такие вот штучки. Вот, я натянула, потому что мне еще и ребенок заодно мешал. Вот, давай, теперь мы с тобой будем все заново. Заново будем с тобой считать. И выбирай здесь циферки. Сейчас я эти циферки. Разложи здесь три. Так, ну давай. Ага, ты хочешь пересчитывать, да? Давай листочки.
перекладывай листочки. Один. Ты его уже положил, да? Листочки перекладывай. Перекладывай листочки. Считай. Два. Два. Клади. Дальше. Дима. Дима. Два. Давай. Ну ты что, по одному, Дим. Давай, по одному сделай с тобой. Два. Давай. Один бери листочек. Один. Три. Четыре. Считай, да? Пять. И шесть. Ищи тут цифру шесть. Где здесь цифра шесть? Где цифра? Где цифра шесть? Ну-ка. Давай тебе их поближе. Шесть, Дима. Где цифра шесть? Вот же она. Цифра шесть. Шесть. Ставим ее вот сюда, чтобы она у тебя была здесь видна. Да? Так, дальше давай. Давай теперь вот эти будем перекладывать сюда. Один. Мама начала, давай, Дима продолжит. Давай. Один. Два. Считай. Три. Пять. Четыре. Пять. Вот тебе пять. Будет сюда, сюда его перекладывать. Опять вот, да, ты положил? Давай, читай. Пять. Шесть. Четыре. Это сразу. Еще и сколько у тебя есть? Давай. Считаем вот так. Один. Два. Это стоит. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Давай. Ой. Где цифра девять у нас, Дима? Девять. Девять. Где? Посчитай девять. Где девять? Найди цифру здесь. Вот она, на. Ставь ее сюда. Вот. Ставь ее вот так вот. Молодец. Теперь отсюда вот давай считать сюда будем. Давай, все большие нужно сюда переложить и посчитать. Один. Два. Два. Дальше. Три. Два. Давай. Три. Четыре. Молодец. Еще там вон. Давай, ты что-то у нас пол, что ли? Смотри, ты не растал. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да, вот у нас их десять. Ой, вот здесь еще десять. Где у нас цифра десять? Нет, не восемь их. Их десять, да? Цифра десять, сына. Где цифра 10? 10 где? Вот же она, 10. Сюда ставим, да? Все. А здесь у нас сколько осталось? Посчитай. Сколько осталось у нас здесь? Желудей. Ну, пусть стоит там она. Пусть там стоит. Посчитай, сколько их? Давай. Один. Один. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Ищи цифру 5, Дима. Где цифра 5? Ищи вот здесь вот, Дима. Тут ищи цифру 5. Где цифра 5? Где цифра 5, Дима? Где она? Вот же она, 5. Цифра 5, да? Дима, уже у нас просто немножко сонное время, уже обед у нас. Да, вот так мы с тобой поиграли. Так, а теперь мы с тобой сейчас это отложим. Господи, опять она упала. А теперь давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? Эти цифры разложим друг за дружку. Как же они должны стоять-то у нас? Смотри, у нас начинается цифра 1, да? Следующая 2. Где цифра 2? Покажи мне. Цифра 2. Где цифра 2, Дима? Вот она, молодец. За ней за цифрой 1 идет цифра 2. Дальше какая цифра идет, Дима? Какая цифра дальше идет? Дима. Три. Четыре идет потом. Сначала три идет, да? Потом четыре идет, да? Правильно? Потом идет какая цифра после четыре? Нет. Какая цифра идет после четыре? Пять. Забыл, что ли? Мы с тобой не повторяли сегодня. Пять. Потом какая идет цифра? Шесть. Шесть. Ищи цифру шесть. Цифру шесть ищи. Вот она, правильно. Цифра шесть у нас идет, да? А после цифры 6 какая идет у нас? Какая цифра после 6 идет, Дима? 7. 7, ищи цифру 7. Вот, молодец. 7. Уже плохо видно людям. 7. Потом какая идет цифра? 10. Нет. 10 потом. 7. 8. Молодец. Потом какая цифра идет? 9. И 10. 8. Вот так вот. 9. 10. Смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 карточек, да? 10 карточек. Все. Давай их сложим аккуратненько. Мы с тобой позанимались сегодня.